Маршрутное такси у зоне повышенной уваги. У Держдоинспекции до контролю за выполнением правил дорожного руху водителями маршруток ставится вельми серьезно. Бо размова идет про безопасность в великой колькости пассажиров. Подробности у наступном материале. У Державтоинспекции нагадывают маршрутчикам, что за их працей пильный контроль. Мовляв, навод информация про проверки у пэўнай ступени дисциплинуя водителю. Перевозка пассажиров всегда находится на особом контроле в Госавтоинспекции. Практически еженедельно проводятся специальное рейдовое мероприятие по выявлению нарушений перевозчиками пассажиров. При этом задействуются специальные автомобили гражданского исполнения, приборы фото-видеофиксации. У маршрутки садятся супрацовники ДАИ у громадянской вопроцы и фиксуют порушение на камеру. Вось напрыклад на скрыжевании Пушкинского проспекту и в улице Островского маршрутка едет на червоны. Кого перевозите? Людей? Пассажиров. Кого? Это дает вам право проезжать на запрещающий сигнал светофора, да? Ну, если вы знаете, как маршрутки ездят. Знаю. Я знаю, как они переворачиваются. Часом инспекторы фиксуют по 3-4 порушения за одну поездку. Основные нарушения, которые они допускают, это проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, нарушение рядности движения, то есть движение по полосам, ну а также перегруз пассажиров при перевозке. Основные такие нарушения. Нередко водители маршруток спешаются, часом подразают, але инспекторы ДАИ отзначают, что нельга усих называть бестурботными лихачами. Тем более, что у остатних удельников дорожного руху немало порушений. Ось, например, 40-й городский автобус проезжает скрыжевание на червоное светло. Инспекторы его спыняют. Только за 2 години рейда зафиксовали 20 порушений. Наталья Ильинич, Виталь Алексеенко, Новин регион.